Всем привет, ребята! Это я, а это он. Всем привет! И сегодня мы для вас подготовили новый челлендж, который называется... Выбери правильную начинку для блинов. Давайте я вам объясню, что за правило у этого челленджа. У нас есть много различных начинок. Всего их здесь 26. У нас есть много блинчиков. И у нас есть вот такое вот ведерко, на котором что написано? На котором ничего не написано. А вот на бумажках, которые в ведерке написано... Название данных продуктов, которые лежат на столе. И самое главное, вытянуть правильные две бумажки. Ведь на каждом раунде из нас будет каждый вытягивать по две бумажки, чтобы смешать сосиски с арахисовым пастой, например, или, допустим, шоколадную пасту смешать с помидорами. Кстати говоря, блинчики жарила сама. Поставьте лайк, я домохозяйка. Предлагаю начинать. Давай узнаем, кто из нас будет первый. Проигравший вытягивает бумажку первым, что, ну, это по-любому будет какая-то дичь. Кстати, я вам забыла рассказать о том, что если ты не съедаешь блин со своей начинкой, тебя ждет ужасное наказание. Это удар по голове. Суефа. Просто не глядя, Маш. И все. Мне одно. Надо вытянуть две бумажки. Так. Сразу, что ли? Конечно, первая бумажка. Блин, я думал, по одной будем вытягивать. Так, конечно, что, по одному продукту будем вытягивать? Ну, типа, наложили, а потом вот так вот. Слушал. Так, у меня соус Уорчестер и сладкий соус чили. Ну, блин, ну так неинтересно вообще. Два соуса придется мешать. Я даже не знаю, какой это соус Уорчестер по вкусу. Он с рыбой, да? Вот он вот такой вот. Он воняет тухляком. Сладкий чили, да? Достаточно? Да. Ну что, заворачиваем наш блинчик. Распределяем вот так вот хорошенечко всю начиночку. И начинаем это вкушать. Ну. А что из этого очень такое острое? Чили, наверное. Мне кажется, у меня сейчас пойдут слезы. Что, вкусно? Подбавивай меня. Давай, Маша, ешь быстрее. Теперь моя очередь. Давай. Новый раунд. Первая. Паста арахисовая. Намазываем арахисовую пасту. Закрывай глаза. Выбери, пожалуйста, бальзамический соус. Ты чё, вообще офигела, что ли? Бальзамический соус, реально, блин. Ведьма, блин, а. Да ладно, он вкусный, он такой слегка сладкий, кислый. Мне бы даже было бы интересно это попробовать. Сколько? Да хватит, я думаю. Заворачиваем. Наш чудесный блин. Такой я маленький. Уже хочу на это посмотреть. Ты как истинный гурман, как это по вкусу? Паста вяжет язык, кисленько. И на первом раунде никто из нас не заработал удар по голове. Фу, мне кажется, было мерзко. Я предлагаю перейти ко второму раунду. На втором раунде у нас будет то же самое, только более жестко. Выбирай. Я надеюсь, что мне сейчас попадется что-нибудь сладкое. Я не хочу соленое. Натертый сыр. Это уже интересно. А что ты не накладываешь, Маш? Я хочу сразу все узнать. Кисло-сладкий соус. Это вот это вот, Маша, возьми вот это. Сыр, конечно, это очень вкусно. Сырный блин, что в переводе означает сырный блин. Фирменное блюдо Маши Зум. Вкусный, да? Я такой сижу, как лох просто. Давай быстрее ешь. Быстрее, да быстрее. Он как сыр, Маш, как сыр. Сыра мало, а соуса много. Сыра мало, да? Пожалела для себя, да, для себя. Пожалела. После этого видео я стану на килограмм толк. Так, ну что, пришла моя очередь есть. А да. Еще не проглотила. Да молодец, все, поздравляю, дайте этой даме приз. Она решила, видимо, сегодня просто блины пожрать. Кетчуп. Да, давай еще добавлю. Достаю. Хочу достать с глубины. Джем черничный! Это такое лютое сочетание. Но, в принципе, в кетчупе очень много сладкого, ну, вернее, сахара, так что они почти братья. Добавляем джемик. Побольше добавлю, знаешь. Ешь, Денис. Сначала Денис, надо правильно завернуть, Маш. Такое жиденькое. Такое дерьмо вообще. Ты не будешь это есть? Я расстроюсь, если серьезно? Ну, давай, тогда шапалах будет твоим. Первый шапалах в истории данного челленджа. Классно, блин, вообще супер. Я не знала, что там вода. Ты готов? Да все, один раз, Маша, блин. Фу, шапалах был очень жесткий. Третий раунд. Моя очередь тянуть бумажку. Ну давайте ничего. Так, это будет первая бумажка. А давай я первую прочитаю. Сгущенное молочко. Начало хорошее. Если у тебя выпадет сгущенное молоко и банан. Сосиска. Ну ты сосиска, на. Сосиска. Давайте я сам наложу, давай. Нет. Чунь-чунь.
Чунь-чунь-чунь-чунь. Блин, ну это полная дичь вообще, сгущенка с сосиской. А Баксик уже рычит и говорит, что это очень вкусно. Ему бы это понравилось. У меня сейчас истерика будет. О, я не буду это комментировать. Ты чё? Ага, чё ты? Вот видишь, я стараюсь. Давай, жуй-жуй-жуй. Между прочим, вот такие вот. Все, да? Можно я сама себе? Не-не, давай сам, что ты? Зай, ну пожалуйста, ты меня... Что, готова? У тебя волосы еще, блин. Теперь моя очередь выбирать начиночку. Вот это. И вот это. Ага, даже так. Шоколадный сироп и... Мармелад! Блин! Это же вообще вкусняшка! Мне кажется, это будет самый вкусный блин за это видео. А ничего не слипнется? Нет. У тебя еще мармелад вот с так. Фруктами и йогуртом. Он такой вкусный, он такой нежный. Вот так вот, вот так вот. Заворачиваем блин. Вау. По нашей технологии. Технология называется слипнись жопка. Вот такая вот, вот так вот. Вот так вот, так вот. Вот так вот и вот так вот. Пробуем. На троечку. Че, серьезно? Ты его сможешь съесть? Угу. Давай, я тебя поддержу. Четвертый раунд. Чесночный соус, да? Так, глаза закрывай. Да, вот. И давай, вот там, и все, и бери. Грибы черные! Аплодирую успех. Стоя просто. Блин, я бы грибочек, конечно, не шлифанул. Они такие острые, я их даже есть не смогла, чтобы вы понимали. Ты что, рулетом будешь заворачивать? Да. Да что ты за человек такой, нормально завернуть не можешь, блин, а? Такая вообще... Блин, я это проглотила. Да ладно, нормально все будет. Ладно, ваше здоровье. Четвертый раунд подкрался и к тебе. Мешай давай кастрюлю эту. Так, творожный сыр. Блин, творожный сыр и бананчик, пожалуйста, бананчик. Да блин, с творожным сыром все вкусно. Все, давай. Фасоль, фасоль. Это фасоль? Это фасоль. Ты че? Увидела, да? Я тебе говорю, я еще сказала до того момента, как ты достал бумажку. Ладно, все, не спорь со мной. Вот нам... он четвертый раунд, так тебе и подкрался. Берем вот так вот блинчик. Да ладно, зачем так делаешь? Открываем фасоль. Фасоль у нас выглядит вот так вот. Фу. Накладываю фасоль. Я думаю, столько хватит. Заворачиваем наш мега блин вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Хоть бы это было вкусно. Ну еще скажи, что это вкусно. Хм, нормально. Серьезно? Просто фасоль так воняет? Да. Она так невкусно пахла? Я даже запил, наверное. М-м-м. Ты съел. Ты не помнишь? Офигеть, ребят, он сумасшедший. Ну хорошо, что фасоль ушла Денису, потому что я ее очень сильно не люблю, особенно в томатном соусе. Хотя раньше я ее любила, но потом перелюбила. Такое иногда бывает. Бывает такое, переходим да? к пятому раунду. Начнем наш аттракцион невиданной щедрости. И горшочек у нас снова напрягается, потому что Маша туда руку запускает. Маршмеллоу. Вот это, да? Да. Маршмеллоу и горчица. Горчица, горчица, пожалуйста! Это не обычное маршмеллоу, оно со вкусом попкорна. О! Нет! Блин, да ты чё, это вообще изи, просто на! Нормально, только, пожалуйста, докрути. Ну так, давай, я тебе помогу. Я не могу смотреть на такое. Я тебе сделаю хорошо. Я не хочу так. Да так невкусно. Да ты чё, вообще, что ли? Смотри, какая красотища. Пробуем произведение искусства маршмеллоу с медом в блине. Такой, о, блин, это так вкусно вообще. Угу. Ну, конечно, что с медом, все вкусно. Как тебе вообще? Суховато. Не, вкусно? Ну, как тебе может быть невкусно? Какой вкус, скажи? Вкус? Вкусный? Вкусный. А если по какие-то больше слов сказать? Побольше, хотя бы три. Очень-очень вкусно, да? Сладко. Ну что, пятый раунд для тебя тоже начинается. Закрывай глаза.
Давай, давай. Селедка. Сметана. Мешай еще. Барбекю соус, я не хочу его. Сметана с барбекю соусом, это так себе, знаете. Барбекю соус. Да блин, ты что, барбекю соус подкинули мне? Он подкинутый. Я ничего не кидала. Ладно, берем, открываем сметану. Нужна ложка. Ну ладно, без ложки. Так вот сметанкой. Он. Великолепно. И сметану взяли, и размазали одновременно. И руки не заморали. Давай я добавлю. Ну давай. Только не сильно много, хорошо? Угу. Ну пожалуйста, Маш. Да хорошо, хорошо. Это дофига, Маш. Как это? Смотри, какое горлышко. Меньше не получится. Ладно, заворачиваем блинчик, смазываем края. Давай, Зая, я в тебе верю. Смотрите. Смотри, показываю, как заворачивать блин. Никто же не понял. Пятый блин уже заворачиваю. Никто не понял, как заворачивать. Обязательно. Я думаю, это будет вкусно. Да, уверяй себя. Вкусно. Удачи. Там так сочно и смачно вытекает соус из блина. Фу. Что-то я не хочу такое есть. Шапалах? Ну. Выплевывай. Я плюнул. Ты не снимай вблизи-то, ё-моё. Такая тяжелая. Блин, а то... Ой, нормально. А что ты орешь-то так? Предлагаю перейти к финальному, шестому раунду. Чего, нажралась? Нет, вообще 5 должно было быть. А, мы что-то увлеклись просто. Финалите. Сейчас на шестом раунде должна быть либо полная дичь, которая, надеюсь, достанется ему, либо вкусняшка, которая достанется мне. Все, все, взяла, все. Первая. Вторая. Джем клюквенный. Горчица! Жопа. Давай я сразу тоже хочу. Знаешь, типа вдвоем комбо давай, будет. Давай, давай, комбо. Давай, комбо. Мешай там, я сделаю. Ну. Раз. Два. Помидор. И банан! Горчица. И клюквенный соус. Джем, вернее. Ух, нифига себе, я бы бахнула, это горчички, прям не пожалею. Съешь, нет? Не знаю, сейчас попробую, даже не знаю, как это на вкус будет, мне кажется, максимально мерзко. Да, вот. Всегда так надо выдавливать горчицу, этот соус. А что не так? Что ну, тебе так опять прям, не нравится? Ну... Да что тебе постоянно не нравится? Я... Господи, что за убогое завертывание, блин. Закройте ваше ощущение, как вы завернули блин и посмели его есть в таком состоянии. Как горчица, дошла, нет? Дошла, нет, до нужного места. Это по вкусу как. А, по вкусу как. Остро и сладко. Спасибо. У меня что, банан и помидор, да? Я даже это съем. Чупани. Ой, фу. Как много горчицы. А я думаю, столько хватит бананов. Теперь накладываем помидор. Вот так руками. Ребята, я это сделала, я это съела. Это по вкусу как клюквенный джем и арахисовая паста, прикинь. Смотри, как красиво выглядит. Цветовая палитра просто красивая. Как и ты. Спасибо. Смотри, как блинчик заворачиваю. А хочешь посмотреть на еще один блинчик? Вон там стоит, ну. Здравствуйте. Блинчик будет? Подожди, подожди. Это должны увидеть все. Макс, готов? Макс. Он шапки из блина ест блин. Господи. Тебя точно это, уволят с канала. Пробуем блина. Банан... Да, это будет вкусно. Банан и помидор, да. Банан и помидор. Это классическая начинка в Турции. У блинов. Серьезно. Еще ее очень любят применять. На пуфе надо. Угу. В Египте иногда подают к столу. Все, все уже. Лапша падает. А еще очень часто в эксклюзивных заведениях Москвы готовят такие блины для вышепоставленных. Он хороший, да? Я съел все. Я тебя поздравляю. Поздравляешь. Ты смог. Да, я тебе пожму руку, чтобы все видели. Я тебе жму руку. А так не увидят. А так не будет видно, а так точно не будет.
Ну что, дорогие друзья, мы немножечко поиздевались над собой. Надеюсь, вы немножечко поугарали над нами. Это был очень мерзкий челлендж, которых мы давно не снимали, с разными ужасными мерзкими сочетаниями еды. Если вы хотите еще одну часть, там, где мы будем выбирать правильную начинку для блинов, давайте соберем под этим видео 30 тысяч лайков. И... 30 просто тысяч лайков. И видео подошло к концу. Спасибо, что вы его посмотрели. Поставили лайк, подписались на канал. До скорой встречи, всем пока!